Здравствуйте, это служба доставки. Какие вам нужны продукты? Самоизолированным доступен весь ассортимент товаров, который предлагает торговая сеть. Доставку бытовой химии, продуктов питания, выпечки оформляют по телефону или WhatsApp. В этом магазине специально для этого несколько дней назад открыли отдельную онлайн-кассу. Схема довольно простая. Покупатель звонит продавцу и оформляет покупку. Обсуждаются все наименования, чтобы после доставки не возникло отказов. Мы связываемся с нашим покупателем либо видео в WhatsApp, либо перезваниваем и просто перечисляем все марки, которые у нас есть на сегодняшний день. И покупатель уже ориентируется, мы ему описываем даже где-то упаковочку, если покупатель не знает марку. И он уже с помощью нашей помощи ориентируется, что ему нужно. Пока таких онлайн-заказов немного. Услуга только становится популярной. По словам продавцов, если будет необходимость, оборудуют дополнительные кассы, привлекут и новых работников. Кстати, сумма заказа не ограничена. От нескольких сотен рублей до десятков тысяч. Курьеры доставят любой заказ, кроме алкоголя и табачных изделий. Контакт с покупателями будет минимальный. Все продукты приносят к дверям квартиры или подъезда. Расчет безналичный. Сейчас это просто необходимость. Мы поняли, что покупателям это нужно. Сам режим самоизоляции, да, предполагает то, что люди не должны выходить из дома, не должны ходить по магазинам, контактировать. Поэтому мы предложили в таком экспресс-варианте службу доставки. Кстати, доставка из магазинов будет платной. Каждая торговая сеть устанавливает свои расценки. Сейчас в проекте, который предложило правительство области, участвуют несколько крупных дискаунтеров. Хочется сказать огромное спасибо всем предпринимателям, которые откликнулись на это, потому что у некоторых даже не было в работе доставки продуктов. Сейчас они переориентировались и охотно вступают в эти ряды. Поэтому доставка продуктов и непродовольственных товаров будет не только по городу Благовещенску, но и в других населенных пунктах Амурской области. Амурчане, которые не в состоянии оплатить курьерские услуги, могут воспользоваться помощью волонтеров. Для этого достаточно набрать телефон горячей линии 112. Юрий Камышлин, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.